шутки. Это так, это погулять, поиграть, побездельничать. Рун, рептилоиды, уфология, НЛО. То все, мне в этих очках оставаться. Да, хорошо. Сейчас ниже чуть-чуть. Оклеим машину и поедем снимать рептилоида. Так, все готово. И у нас получилось следующее. Здесь так. Здесь самое главное. Рун, рептилоиды, уфология, НЛО. Ну, я это снял в лайв, потому что отдельный рептилоид. Так вообще круто будет. Вот, и тут, оп, и дублируем, не совсем на русском языке. Чем не спецтранспорт? Смотрите, какой я себе прическу навернул. Ничего. Ничего, не видно мои глазки в очке? Нет, не видно. Давай, не видно? Давай, нет. То все, мне в этих очках осталось. Да, хорошо. Вот так и бывает. Собирались. Сегодняшний съемочный день стоит минимум 10 тысяч рублей. Это то, что мы заплатили за машину, за реквизит и так далее. И люди, которые должны были исполнять несколько ролей, просто тупо не пришли и не... Просто тупо не пришли и не отвечают на звонки. Ну как вы думаете, вот как так можно вообще? Они думают, что пранки — это так, это игрушечка, так погулять, поиграть, побездельничать, поприкалываться и все. А то, что люди готовятся к этому целую неделю, это ничего. Так, ладно, продолжаем. Я говорю, что, значит, вам ничего не угрожает. Сейчас Ваня говорит, нет, это не Ваня. Ну нет, что, нужно до сих пор не можем найти полный комплект людей. Обалдеть. Ну надо, когда подойдешь, типа, ты, я не снимаю просто, типа, с тобой там в телефоне, типа. А когда уже машина начала подъезжать, типа, сразу в камеру. Хорошо. Рано вышли, я первый должен выходить. Так, граждане, спокойно, среди вас находится рептилоид. Вот он. Снимай очки. Это тоже рептилоид? Нет, я не рептилоид. Смотрите на мои глаза, я обычный человек. Так, сачок одевай. Мне кажется, сачок уже не нужно второй раз. Типа, или... Все, сдаюсь, я сама. Ты очень улыбаешься. Я на тебя глядь тоже начинаю улыбаться. Улыбаешься. Серьезнее, вообще серьезно. Могу серьезно. Блин, ну что это вообще за игра-то? Как же так? Столько лет не работала, а она из этих. Ты людям должен вон тем говорить. Ну туда. Вот туда. Просто... Да. Туда. Давай еще раз. Сразу. Как же так? Столько лет не работала, а она, оказывается, из этих. Громко только надо. Ну, понятно, куда. Ну, это сразу. Депрессивно. Как же так? Столько лет. Как же так? Блин, как же так? Продави прямо. Как же так? Столько лет не проработал, а она из этих. Отлично. И все. И она из этих. Вам всем морду надо брать, она из чтобы этих. Вы прям были злые. Вот, до слез вас надо привести. Внимание, граждане! Среди вас рептилоид. Храним спокойствие. Все под контролем. Все здорово. Нет. Да? Нет, что, нет. Очки снимай. Не, очки снимай. Зачем? Я же себе нормальный человек. Вальсет, хана! Я пожалуюсь Госдуму, а там все наши! Ха-ха-ха! Я пожалуюсь Госдуму! Вам всем хана, людишки! Ха-ха-ха! Вам всем хана!
очень хорошо. Спасибо, с вами была телекомпания Интер ТВ. И я, Юлия Лутыща. Телекомпания. Телеканал Интер ТВ. Всем спасибо. Машина. Как же так? Столько лет не работал, а она из этих. И странной походкой уходишь. Как же так? Как же так? Я с ней 2 года работал, а она из этих. Как же так? Я с ней 2 года работал, а она из этих. Да, ты такой, знаешь, встаешь такой, типа, она из этих, небольшая пауза, такой. Пойдем, Маша нас снимет. У нас телефон. Маша нас снимет. Ну как бы тут не очень оператора получается. Ну и что, а ты просто камеру подержишь. Пошли. Ну чё? Ну чё? Оля! Я пошел из госдому! А там все наши в госуниверситете! Она вам не слышит! Что здесь сейчас было? Подскажете? Не пусть. А вы не видели ничего, да? Ваня, как всегда, в своем репертуаре, сразу к девушкам. Ну, типа, каждый день такой видите, да? Не каждый день, это забавно. Ну ладно, давай, девчонки. Где это смотреть потом? На канале Иван Эфиров. В принципе, вот эти съемки закончились, их наверное. Я не знаю, типа. Линзы меня постоянно... Все уже переоделись, жалко, я хотела снять, как они переодеваются, а пока ходила интервью брать, они уже все переоделись. Если вы хотите знать, вижу ли я что-то в них, да, я что-то в них вижу, но немножечко мутновато по бокам. Он ждет, пока тут место покажет. Нет, нет. Это наши операторы. Маша и Маша. И отчасти я. Ну и Максим тоже был оператором. Только у кого камера не работала. Да, только камера... отказалась снимать это безобразие. Кто? И вырвалась. Ну? Сегодня досъем топового пранка Вани про рептилоида. И у нас сегодня опять зеленый человечек. Вот и Ваня за дубинкой съездил. Идем. Ну что? У нас сегодня дом 2. Ну да. Ну что, погнали, все? Да. Ты взял камеру там, да, и тому подобное. Солнце уже садится. Мы настраивали микрофоны и передатчики где-то час. Думали, что мы сейчас быстренько отснимем все в течение где-то часа-полутора. Но при таком солнце, как сейчас, можно не надеяться, что сегодня мы успеем снять до конца, так как Ваня купил новую гарнитуру, 2 передатчика, 2 микрофона, приемник, который вешается прямо на камеру, и решил вот сегодня обязательно именно с этим, с использованием таких инструментов, все сделать. Смотрите, кстати, какой интересный эффект. Вот солнце, а вот это что, вот это? Видите? Солнце и какая-то фигня. Это как в Австралии, второе солнце, смотрите. Что это такое? Вот что бывает, когда снимаешь с Ваней пранки. Можно увидеть необычные явления на небе. А дальше, короче, я выхожу. Репетиция. Вы присутствуете на репетиции пранка. По крайней мере, его, той его части, где будет практически фильм. В общем, сегодня мы так ничего не сняли, но мы сегодня порепетируем. Паша такой. Давай. Давай. Уйди с дороги. Типа, ты должен дальше, типа, сел, и ты дальше стоишь. Я типа, похнила. Идешь медленно. Ты идешь?
Дубль 2. Репетиция. С дороги можешь уйти, нет? Чувак, уйди с дороги. Я жду тебя, ты резко берешь, так и не. Чувак, уйди с дороги. Жду тебя, и ты тоже не защищаешь, ты стоишь на месте. Это я замедленно буду делать. Нет, а ты прям стоишь вообще, нам надо неизменно тебе стоять. Понял? Стоишь или не стоишь? Я нарисовываю Ваня, и он... Так, ну чё? А как ты выплюнешь через костюм? Не знаю, я нарисую. Только спать, я сначала так ударю. Тихо. Блин, подожди, я тебе... Не прошу, боится. Ты стоишь, и ты хватаешь. И поднимаешь вверх. А потом надо снять отдельно, как у тебя ножки заболтались в этот момент. Как он? Ну, а вот как это снять? Как? Ну, хотя хрен его знает. Ну да, тяжеловато. Ну, короче, на месте сориентируемся. Ну что, давай еще раз репетиция. Да, Чика тут пока нас не было. На моем пиджаке почивала, да, Чика? Ну, я тут разложила один пиджак, второй пиджак, чтобы Ваня повыбирал. Чика, нравится тебе на моем пиджаке? Чего ты никогда со мной не разговариваешь? Скажи чего-нибудь. Дурила. Дурила кошачья.